собрании. Спасибо, Юлий. Я как будто очень долго спала, забыв о реальности, которая ждет меня после пробуждения. Кем же я стала? А? Я... С возвращением! Я помню, что человек, утверждавший, что является моим братом, столкнул меня с крыши. Тогда мне показалось, что я смутно увидела Цуе. Значит, это Юли оставался тут, пока я не проснулась? У тебя ничего не болит? Нет, совсем нет. Ты... А? Почему тут так холодно? Как? Что происходит? Точнее, что здесь произошло? Почему стена разрушена? Это... Все так и было, когда я пришел. Цзоуе даже не починил стену после разрушения. Чуть ранее. А? Подождите, куда делся тот парень? Он ушел? Что я натворил? Почему Цзоуе исчез? Я же не убил смерть? Надеюсь, что этот парень сказал правду, и она проснется. Этот парень очень странный. Каждый раз, когда он появляется, он сбивает людей с толку. Почему-то пока ничего не происходит. Это был Белый Бог Смерти? Или Цзоуе? Если это был Цзоуе, где он сейчас? И где тут Белый Жнец? А, ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? Здесь легко простудиться. Отвезешь домой? Увы, я не могу назвать людей, которые разрушили мой дом. И я даже не знаю, где дом Цуе. Нет-нет, все в порядке. Я могу остаться здесь. Апчи! Там кто-то есть? Почему вы сидите на крыше? А. Ах! Как рухнула стена! Какого черта вы двое тут делаете? Ой! Вы двое что, тайно встречаетесь здесь? Вы, ребята, уже собираетесь уходить? Постойте-ка. Идите сюда. Нет, тетя, вы все неправильно поняли. Неправильно поняла? Комендантский час в 10. Я сообщу обо всем вашим родителям. Нет, бежим. Стоять! Сообщите мне номер вашего класса! Я собирался остаться с тобой в школе. Я даже не ожидал, что такое может произойти. Да, я тоже не ожидала подобного. А? Но, задумавшись об этом сейчас, я даже не знаю, где мне остановиться. Во всем виноват Цуе. Ты не хочешь идти домой? А? В конце концов, у меня также было время, когда я не хотел идти домой. В то время я предпочитала оставаться в школе. Ну, если ты не знаешь, куда идти, если хочешь, ты можешь пойти ко мне. На крыше. Эти два пугала, я почти поймала их. Тетушка, я здесь, чтобы отремонтировать стену. Простите за опоздание.